В очередной раз сотрудники Центральной библиотеки организовали встречу родителей и детей с ОВЗ и инвалидностью. Подобные мероприятия работники библиотеки проводят довольно часто, в основном на своей территории, но бывают и выездные. В мае, например, на семейных выходных родители с детьми, имеющими инвалидность, встретились в Центре активной молодежи «Шарголь». На постоянной основе в мероприятиях участвуют волонтеры, которые помогают ребятам пройти все этапы соревнований. Благодаря таким встречам дети социализируются и в последующем легче находят общий язык между собой. Какие мероприятия полезны детишкам? Конечно, полезны. Это интересно им для развития. А вы первый раз со своей дочкой здесь? Нет, мы ходим, как ходите, приглашаю, да. Но ей очень нравится? Очень нравится, да. А вот что ей больше всего нравится? Да и все, в принципе, нравится. Однако и для родителей деток очень важны и интересны такие встречи. Почему цель сегодня мероприятия именно с мамами, оно, так сказать, показательно для всего города. Потому что это та категория наших читателей, которые именно во все вовлекаются с мамами, с папами, с бабушками. Во все дружно играют. Это, знаете, такое идеальное семейное мероприятие, так сказать. Потому что если мы возьмем любую настольную игру, мамы играют во все. Бегают в гигантских лаптях мамы и папы. То есть это такая категория, которые прям с удовольствием играют. В развлекательной программе были развернуты такие аттракционы, как рыбалка, собери урожай, кегли, настольные игры, развивающие у детей моторику. А самое сложное испытание для ребят было пройти в огромных лаптях и не задеть фишки. Для родителей вот это вот тоже как-то на настроение, на дух влияют такие мероприятия? Ну да, конечно, потому что дети радуются, мы вместе с ними радуемся. Мы, мамы, на таких мероприятиях общаемся между собой, да, какие-то проблемы обсуждаем, а при этом дети у нас заняты, мы довольны. Ребята особенно обрадовались появлению на их маленьком празднике ростовых кукол. Они с большим удовольствием обнимались и фотографировались со сказочными гостями. Мероприятие прошло при поддержке компании «Полиметалл», за что все его участники и сотрудники Центральной библиотеки выражают свою благодарность. Яна Бобровская, Иван Манойленко, Юлия Абрамова, телеканал «Амурск».